Всем привет, вы на канале Бензоремонтник. Собрать просто ее не могли. Так, самая частая проблема, опять принесли косу на ремонт. А, просто скрутили? Да, да, мы это, бо мы не можем, мы ничего не погубить. Я понял. Так, листы для чего на ней будут? Так думали, что может где-то спала, ну, как всегда. Голову, что может прийти нормально. Ну понятно, в одном месте разобрали ручку, а собрать не смогли. Да-да. Смотрели, думаем, лучше давай там чуть-чуть смотрим. Если бы дальше поковырялись, я уже бы ее никто не собрал. Допустила потуненько, моя новая, я сейчас разобрал. Так, чертова. Как надо было снова переставить? Да надо было... Вообще открутить эту ручку сначала, если уже хотелось бы разобрать бы. Или эту хотя бы снять тросик, чтобы фиксировать кому-нибудь. Вот так же ж, газовать, когда оно будет, когда вы трос его зажали с всех сторон. Вообще трос должен быть максимально по прямой идти, а он у вас, о, челя, выходит с карбюратора, прогнулся, обкрутился, поднялся, провернулся, змея села. Ну вот это я с карбуратором менял, я говорю, сделай не надежно. Вот он понадежно, наверное, понаклепал мне. Да, получается, каких-то хомутики чуть не разломали косу. Во, ну хотя бы вот так вот. Уже это, бля, сдвинули 90 градусов. Во. Надеюсь, не переломалось тут. Хотя... Навряд ли ты что-то. Ну, вчера просто их пробовал, он бегает туда-сюда. Он ходит, да, а вот остальное где шумно. Там все проблемы карбюратора. Да что-то непонятно, ходит или не ходит. Нет, вот тут. А, ходит, 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 да. Так, тут бачу, ходит. Ладно, ручку начала сбирать, потом подаемся со всем остальным. Блин, это тоже... Надежно это так вот. Вот это щепили, по прямій, воно висит, воно вам там не мешает никуда. Ну, если вы траву не будете, ваша голова, конечно, косить. Да нет, тут тоже можно снять. Да, вот это ж я дивлюсь. Да тут вообще что-то воно там в одном месте, а тут какие-то груби внутри. Я говорю, так и так прокручиваю, ну... Тросик вроде бы ходит нормально. Так. О, блин, че ли? Не потеряли ни одного. Та вот это же я кинулся. Дивлюся, вроде бы один выкручений, другий выкручений. Потом и ее не могли правильно. Оцю? Да. Дивіться, показую. Просто элементарный такий. Вкинули сюда. І угу. И все, вона вже стоїть. Верите? А это? А цю вот так вот. Все. Бачите, кот работает? Ну так. Да я это не спорю. Что теперь так? Мы вдвоем. Один держит, мы не снимали, один держит. Да что ж оно так не хочет? Тросик аж кривий стал. Да вот тоже не хочет. Ты что, трохи? Сейчас запнем провода для начала. Бля, ты, конечно, я могу еще и цей одерву. Такая натяжка. Во. Так. Что мы тут нахимичили? Бачу, крутили, вертіли, щоб провода по кругу намотали. Так. О, щас я вас навчу, як
Брати ручку. Первый раз я вижу. Ні, ну як перший. Перший раз же ви вдома кажете крутили. Ну от. Вдвох. Держав, щоб нічого не потеряли. Заходите на YouTube і смотрите, як збирається. Вот. Це нам дійшло вже утром, думаємо. Вот. Вчора тільки приїхали, хотіли все по-быстрому зробити. А вийшло, як завжди. Да, 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 да. Так. Во. Щоб нічого тут не терло, не давило. Провода заховані. А это что бывает? То отключается, то не отключается. Оце? Да. Один раз отключил, контакт. Один раз отключил, а другой раз не отключает. Не, ну тут снимал. Контакт вроде бы нормальный. Может быть в проводе там по дороге. Тут все плотно закрывается. Так, во. Вот на цій стороні зібрали ручку. Угу. Вот так я вам, як вам показав. А тепер просто ставити одне напротив одного отверстия. Тільки желательно ці болтики до кінця викручувати, щоб тоді сідало все хорошо. Болтик не викрутився, сідає плотно. Так. Можна трохи газульку піднажати, бо буває упирала яйця. Так. Все, тепер беремо, фіксуємо. Кришку верхню. Так, отут, кстати, сильно нельзя перетягувати, бо газувати теж не буде. Кнопка там може роздатися внутрішня часть. Так. Не сильно затягнуть. Дивіться, газує. Ужас. А перед цим казали, не работає. Не работає. Та, звісно, тросиком зав'язали його так, що воно. Хорошо, що ми ще в карбуратор не болеємо. Думали, проблема в карбураторі, оказалось, проблема в вас. Да. Ручку. Надежно сделали. Да. Ну как попросил, они ж. Ну как, ребята, тоже. А ремонтик кто был? А? Ремонтик кто был? Пацан тоже такой магазинчик держит. Это, пил. Ну, он ремонтировал, да? Да, он их и ремонтирует там. Ага. А я же ему говорю, он говорит, карбуратор что-то тебе. Я говорю, пацан новенький, бо до доньки еду. Он же поставил все, я там проверил, там прокосил. Тут приехал, ну сколько я прокосил. Раз она не отходит, я что взял, снял оттуда. Тут не сработало, я со свечи, свеча меня лупанула еще, что не лезь. Все? Все? Идеально. Працюю. Все, газую. Там. Оце? Оце було. Бачите, раз, два, три. Це надіжність була. Це надіжність, щоб не тіліпалося. Так, щоб не тіліпалося. Вона тіліпається, нікому не мішає. Давай одразу її перевіримо. А ну. Заводим. Тихо. А може треба... А, закрити, так? Воздух. Що ти, бабочка? Ну, можно воздух открыть. Воздух. Мы там скрутили болты, нажать и улирать. Вот и крутили. А, так це холостий, це не страшно. Вот оцей, з верхній страшно. А, тут ми взагалі не трогали, а вот этот ми відкручували.